оппонентом, потому что у него есть дальний бросок. И вот сейчас Рейнольдс против Клименко. Вот она, битва титанов. И в первой схватке Рейнольдс выходит победитель. Да, взял свою хитрость. А Вячеслав Зайцев здесь начинал атаку, но мяч... Без шансов. Рейнольдс через Клименко. Я говорил про такой момент. Этого все ждали. Казанская публика рада, что доехала. Если кто-то я немножко отстал, то вот в первой четверти... Сравниваем Дмитриевича и Эртеля. Мы сравниваем Джалина Рейнольдса с тем же, наверное, Артемом Клименко. Рейнольдс! Да ладно! Такая высокая дуга, что сразу два игрока бросились на Джалина Рейнольдса. Он справился, отдал передачу. И Станислав Вильницкий сложный бросок. Джалин Рейнольдс добавляет после промаха партнера. Причем Жбанов прихватил вот Холмсли, самого опасного игрока первой четверти. Рейнольдс прихватывает мяч, идет сам, это будет бросок сверху и заявка на данк недели. Вот о чем мы говорили, Ричард Соломон не справился с этим напором. Но команда ведет, и ничего нельзя предъявить Хавьеру Паскуалю. Именно это сочетание игроков добивается преимущества, несмотря на яркие моменты. А Джальна Рейнольдса вот еще один. Жбанов выступал за нижний, тут Рейнольдс забивает из-под кольца. Это, кстати, самое большое преимущество для Уникса в этой встрече. Спасет какой-то матч. Хантер получает мяч наверху, идет под кольцо, скидка на Рейнольдса, и тот забивает два. Не знаю, почему-то казалось, что можно этот мяч только и разрушать. Вот посмотри, Пирасович буквально сломал игру Зенита, не Томаса Эртеля мы не видим, а Дэрил Мейкон. Оу, Джалин Рейнольдс! И вот эти эмоции Паскуаля бесценны на испанском. Ну смотри, все лучшие все равно на паркете. Вот он, Джалин Рейнольдс, и три очка. Вытаскивайте, Джалин Рейнольдс! Против бывших, да, привет передает бывшим. Давайте все вместе поддержим этого игрока, потому что он просит, просит.